Минобороны России сегодня посоветовала главному украинскому военному повторить курс молодого бойца. За новейшее российское вооружение главком Валерий Гелитей выдал патроны образца 1974 года. Он потрясал ими перед журналистами в Киеве. Говорят, что Москва присылает ополченцам свои последние военные разработки. В России сказали, что показанные Гелитеем боеприпасы являются обычными винтовочными патронами калибра 7,62, и они выпускались в том числе и на Луганском патронном заводе.